внешне наши были сегодня ближе к успеху, нежели наши оппоненты, и потому победили. Хотя я лично как бы результатом доволен, а счетом нет, потому что по игре наши должны были больше использовать моменты и реализовывать их на тренировках, этим занимаемся. И я вижу, что должно было быть больше голов. Но, тем не менее, победа есть победа. Я хотел бы вот что сказать. Ключевой момент – это не сегодняшний даже счет, а ключевой момент то, что хотелось бы, чтобы на игры николаевских команд, а их сегодня уже три, ни мало, ни много, приходило больше болельщиков. Вот. Вот, к сожалению, ребята работают. Мы работаем, и депутатский корпус работает, и мэрия работает, и видны изменения на стадионе. К сожалению, вот хотелось бы, чтобы обратили внимание горожане, и посещаемость на матчах наших команд была выше. Так что я приглашаю всех на футбол, приглашаю детей, приглашаю родителей, приглашаю всех на футбол. Следующий футбол, у нас, кажется, воскресенье следующее. Сейчас будет очень напряженный ритм проведения игр. В среду мы играем на выезде, в воскресенье мы играем дома. Так что всех приглашаю. Приходите. Погода чудесная. Воздух. Вот, позитив от игры команды. Я думаю, что этого нам сегодня в жизни не хватает. Сергей Анатольевич, как обстоят дела с реконструкцией Титанического стадиона и с построением нового? С реконструкцией дела, в общем-то, идут неплохо. Неплохо. У меня большая, так скажем, надежда на депутатский корпус, что они все-таки, увидев реально то, что здесь делается, да, нам сегодня нужно еще деньги для того, чтобы все закончить. По сути дела, нам нужен финишный рывок. Административно-бытовой корпус, те, кто были здесь уже, даже в таком виде, отмечает уровень, так скажем, даже не первой лиги, а премьер-лиги. Вот, поле наше строится, и мы, в принципе, при наличии финансирования в мае месяце можем его накрыть зеленым газоном. И оно уже в августе месяце, в сентябре может принять игроков. Ну и я сейчас после игры вышел на наше поле. Так оно, конечно, со стороны трибун выглядит как бы красиво, и полоски, значит, и в одну сторону, и в другую сторону. Но если подходишь ближе, то видно, что поле, к сожалению, сегодня уже требует замены. Что, в общем-то, предусмотрено в бюджете этого года. Часть суммы уже выделена. Вот я прошу своих, значит, коллег-депутатов все-таки посмотреть в эту сторону, и мы реально в этом году можем все решить эти вопросы. И достроить новое поле, и закончить ремонт административно-бытового корпуса, вот, и заменить центральный газон. Нам в этом году просто помогает Господь Бог, и ситуация, значит, чемпионат мира проходит в этом году, и разрыв между вторым кругом и первым кругом следующего чемпионата будет на месяц больше. Мы в этот период планируем заменить центральный газон. Все в руках городского совета.